Грузино-американские военные учения проходят в порту Поти. На базе береговой охраны Грузии проходят морские маневры. Корабль военно-морских сил США «Грейпл» вошел в Поти с дружественным визитом 26 мая. Здесь уже прошли теоретические и практические занятия с участием моряков двух стран. Корабль ВМС США покинет территориальные воды Грузии 9 июня. Сегодня мы отрабатываем подводные операции. Мы используем современную технику. Это должно помочь повысить уровень подготовки водолазов. Нам очень интересно работать с нашими американскими партнерами. Мы будем использовать этот опыт в нашей повседневной работе.